кинолюбителей на международном и всемирном уровне. Сказано громко, но это правда. И я очень рад, что наконец-то Полтава начала пробивать себе дорогу в плане киноискусства. Это очень важно, потому что долгое время у нас был застой. Причем, я бы сказал, не застой, а упадок. Я недавно вернулся с 10-го юбилейного кинофестиваля международного «Днепро Синема» из Днепропетровска имени Данила Сахненко. Это большой, мощный фестиваль, международный. У него вот была представлена вот их программа. Было представлено 155 фильмов. Значит, номинация «Документальное кино», «Игровое кино», «Клип», «Мультипликация», номинация «Дитячая и юнацкая творчесть» и «Телевизионные работы». 155 фильмов. Плюс здесь были не только короткий метр, но и полнометражные работы. Это полтора часа выше. Фестиваль был интересен. Интересен, во-первых, работами. И по этим работам можно уже сделать вывод, куда движется это кино. И каким образом оно меняется. Оно действительно меняется. Но поскольку это фестиваль, вы понимаете, работы были совершенно разные и по техническому наполнению, и по техническому оформлению. Участие тут было не только там были любители, были и профессионалы, но я вам скажу, есть такие работы любителей, где эта грань уже не просматривается, разница между любителями и профессионалами. Что меня поразило или удивило, скажем, на этом фестивале? Во-первых, Полтава была представлена там впервые. Во-вторых, ну как, не Полтава, я вам скажу, Полтавский кинофестиваль наш, Полтава ДОП, нас долго приглашали туда, но потом даже уже начали настаивать, мы вас не видим, только слышим, хотелось бы познакомиться. И вот я туда приехал один, повез фильмы нашего фестиваля. Я был там представитель нашего фестиваля, и на этом кинофестивале был также представитель Житомира впервые. У них третий фестиваль, у нас шестой в этом году. Днепропетровск 10-й. Удивило меня то, что открытие фестиваля было нашим фильмом «Медовый ранг». Меня это как-то внутри взволновало, но все было как бы правильно организовано. Почему? Потому что этот фильм автор Дмитрий Волк, который здесь присутствует, этот фильм был отмечен на кинофестивале «Кинокиберия». Это тоже международный, очень крупный фестиваль, который проводится каждый год в Херсоне. В прошлом году этот фильм «Медовый ранок» завоевал третье место там, и призеры всегда отбираются лучшие фильмы, ну, как правило, призеры на всемирный кинофестиваль «Уника». Кинофестиваль «Уника», я коротко вам скажу, в этом году, в начале сентября, проходил в Санкт-Петербурге. Он, как правило, проходит, это был 77-й фестиваль, это, можно сказать, древний фестиваль по сравнению с нашими. Он проходит каждый год в разном государстве, в разных. Ну,
Румыния, Нидерланды, Япония. Этот год он был в Санкт-Петербурге. Всемирный кинофестиваль непрофессионального кино. И на этом фестивале этот фильм «Медовый ранок» был лауреатом, отмечен специальным дипломом. На Днепропетровске мне сказали «золотая медаль», но подтверждения я в интернете не нашел. Будем ждать, когда вся эта награда приедет к автору. Тогда мы точно скажем, что именно. Потому что скудные такие, скудная информация в интернете. Вот. И еще я горд тем, что кинокимерия Херсонская поддерживается Министерством культуры, Союзом кинематографистов Украины, Херсонской облсовет поддерживает, Управление культуры Херсонской области, Управление культуры областного совета Херсона. Ничем этим наш фестиваль похвастаться не может. Но тем не менее, вот, пожалуйста, Индия, вот, пожалуйста, Днепропетровск, вот я привез, но, значит, это тоже лауреат, это тоже Дмитро Волк. Кинокимерия, я вам объяснил, и теперь Уника. То есть у нас в копилке очень мощная, приятная тяжесть наград и побед. И я бы хотел, чтобы об этом люди Полтавы знали.